сожалению, мы к ребенку начинаем сразу относиться как к маленькому взрослому, которого просто чего-то он еще не в курсе. Сейчас мы ему объясним, и он, значит, двинется дальше. Вот. Тут-то проблема как раз в том, что ребенку на каждом этапе его развития до года, там, с года до трех, с трех до пяти, с пяти до семи, с семи до десяти, с десяти до двенадцати, с двенадцати до четырнадцати и так далее, можно объяснить очень специфические определенные вещи, договориться с ним можно только об очень специфических вещах. С кем-то вообще невозможно договориться, надо с годовалым, например, и нужно другие инструменты использовать. Вот. И это, конечно, очень важное знание, которое открывает глаза на поведение ребенка, когда ты понимаешь, что на самом деле происходит сейчас. Это вот как с собственными детьми, даже не замечаешь, как они растут, да? Ну, вот ты там месяц, они где-то, значит, путешествуют, потом возвращаются, и ты такой думаешь, боже, вот. Но этих месяцев было очень много. И мы этого не замечаем. Мы формируем отношение еще к младенцу, дальше оно как-то там реформируется, после этого мы с ним живем. А ребенок на самом деле, считайте, что прилетают инопланетяне, забирают этого, привозят другого, вот, и вам нужно с ним решать новые задачи и так далее.